Ежегодно в канун праздника весны и труда на доску почета Рязанской области вносят имена лучших тружеников региона. Учителя, строители, инженеры, работники социальной сферы, культуры и спорта, 45 представителей самых разных профессий и 12 передовых предприятий и организаций наградили в торжественном зале регионального правительства. Уважаемые члены комиссии по определению кандидатов для занесения на доску почета Рязанской области, разрешите от лица всех собравшихся сегодня в этом зале, представителей разных профессий, сфер деятельности, благодарить вас за высокую оценку вашего труда. Всех тех, кто поработал на благо Рязанской области в 2023 году, поздравил губернатор Павел Малков. Он также подчеркнул, что награды, которые вручили труженикам, это знак признания от жителей всего региона за профессионализм и любовь к своему труду. Здесь, на самом деле, наши земляки, которые побеждали в самых важных всероссийских соревнованиях, побеждали на всероссийских конкурсах. Здесь рязанцы, которые с самых первых дней СВО помогали нашим бойцам, которые сейчас там защищают нашу Родину. Спасибо вам всем огромное за ваш самоотверженный труд. Вот про каждого здесь, абсолютно про каждого, можно сказать очень много теплых слов. И каждый, безусловно, достоин того, чтобы быть на доске почета. В заключении церемонии награждения Павел Малков поздравил всех участников с наступающими праздниками и пожелал не останавливаться в профессиональных достижениях. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».